тебя обидел, ты чувствуешь обиду, ты против, ты хочешь замкнуться, поставить защиту, атаковать в ответ, внутри бурлишь. Или же ты не чувствуешь этого как личную обиду, как мы говорим, а здесь есть эгоистическое желание получать. Ты к нему относишься как к чему-то, что надо исправить. И неважно, воспринимаешь ли ты это как личную обиду, и не строишь отношения к тому, кто тебя обидел, а больше того, ты благодарен ему. Это называется, ты превращаешь врага в друга. Обида, из нее ты выходишь, отдаляешься, и вместо того, чтобы смотреть это как на зло, ты говоришь, спасибо, что я чувствую здесь обиду, это помогает мне оторваться от нее.